Памятные медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» и грамоты за подписью президента Владимира Путина получили студенты-медики Северокавказской государственной академии. Сегодня в конференц-зале СККТА министр здравоохранения Республики Казим Шаманов наградил 13 волонтеров-медиков, которые в период тяжелой эпидситуации активно работали в ковид-госпиталях Карачаева-Черкесии. Всего же памятными медалями за безвозмездную помощь нуждающимся во время пандемии были награждены 66 студентов. Также Казим Шаманов отметил вклад в эту работу руководства и преподавателей вуза. Ведь студенты-медики республики с начала пандемии принимали самое активное участие в противоэпидемических мероприятиях. Вот те ребята, которые работали, показали себя все с лучшей стороны. У нас были студенты и из Москвы, вы, наверное, с ними пересекались у нас в госпиталях, и из Астрахани, и из Ростова, и из Ставрополя, и из Краснодара. Вот я не скажу, что кто-то из них был лучше, чем студенты нашей государственной академии. Это тоже я еще раз хочу поблагодарить весь профессорский преподавательский состав за ту подготовку, за те требования, за дисциплинирование, с какой студенты относились и ответственность к своей работе. Это очень дорого стоит.